Город засыпает, и они выходят на улицы. Комплексную уборку Самары проводят круглосуточно во всех районах. Одновременно на городских улицах трудится более сотни дорожных рабочих. Задействовано свыше 80 единиц техники. Механизм отлажен. Сгрести снег с проезжей части из тротуара, с помощью спецтехники погрузить в КАМАЗы и вывести. В сутки удается убрать более 5000 тонн снега. После расчистки дорогу посыпают противогололедными средствами. В первую очередь у нас техника убирает там, где у нас совмещенные тротуары, где вообще, говорят, тротуары узкие, это историческая часть города, где, в принципе, формирование снежных валов невозможно, потому что они либо перекрывают тротуар, либо проезжую часть. То есть снег, в первую очередь, выводится оттуда, дальше с основных магистралей, с остановок и от перекрестков. Утром на работу едешь, уже более-менее почищено, посыпано. Меньше пробок, меньше аварий. Ранним утром на работу выходят дворники. Они очищают тротуары, внутридворовые проезды. Чтобы каждый день жителей встречал чистый город, коммунальщики и дорожники работают сообща. Пытаемся применить комплексный метод, то есть снежная масса, чтобы с тротуаров, с дворов выдвигалась на придорожный лоток. И после этого дорожные службы в полном объеме снег подбирали и вывозили. Плюс использование противогололедных материалов, посыпка выходов, тротуаров, чтобы было не скользко и жители могли свободно передвигаться. Чтобы вовремя бросить все необходимые силы на большую уборку, дорожные и коммунальные службы внимательно следят за прогнозами синоптиков. Только в этом случае капризы погоды не станут ни для кого неприятным сюрпризом. Алина Чемерис, Константин Головин, События.